Добрый день. Меня зовут Тимченко Марина Борисовна. Я актриса театра имени Федора Григорьевича Волкова. Мне 52 года. Я родилась 9 июня 1962 года. Закончила в Ярославле школу, поступила в театральный вуз в 1981 году на курс Тихонова Сергея Константиновича, народного артиста Советского Союза. Закончила в 1985 году и была приглашена Глебом Борисовичем Дроздовым в театр имени Федора Григорьевича Волкова, где по сей день работаю. Мной сыграно более 40 ролей. В данный момент я играю мало, два спектакля, но я их очень люблю. В постановке Марчелли, нынешнего художественного руководителя театра имени Федора Григорьевича Волкова. Это «Дом Бернарда Альбы», я играю Пруденсию, и «Цианистый калий» Дона Сокора. Рост мой 165. Язык английский владею. Училась на отлично. Спасибо, всего вам доброго.